Is are you there? Can you hear my voice? Do you hear my prayers? Are you out there? Forgive me, priest, for I have sinned. I know what I do. Mother, I am here. I can hear your song. I can feel your fear. He's done you wrong. The temptation fed his own desires. In the ring of Здравствуйте, друзья! До E3 еще без малого месяца, а громкие анонсы уже сыплются один за другим. И самым значимым из последних, по крайней мере на постсоветском пространстве, стал анонс Stalker 2. Глава GSC Game World Сергей Григорович без лишней помпы написал об этом в Facebook и дал ссылку на официальный сайт, где есть только название игры и год 2021. Ждать как минимум 2.5 года, но фанатам «Сталкера» не привыкать. Первая часть тоже была долгостроем, да и для сиквела это повторный анонс. Изначально его заявили еще в 2010 году, но затем проект заморозили. В общем, понятия «Сталкера» и «Ждалкера» неразделимы. Хочется верить, что в этот раз дело хотя бы доведут до конца. С вами Games Blender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. В сегодняшнем выпуске Rage 2, которую не ждали. Metro Exodus боится Red Dead Redemption 2. People Can Fly делает шутер для Square Enix. Если анонса Stalker 2 ждали многие, то про сиквел Rage можно сказать словами Адама Дженсона. Я об этом не просил. Тем не менее, его анонсировали, и выглядит он как кислотный плод любви первого Rage, Borderlands, Безумного Макса и Fallout 4. А поскольку Bethesda хочет попробовать себя в играх-сервисах, то на дело отрядили id Software и Avalanche Studios. Авторы Doom заняты шутерной частью, а создатели Just Cause ответственны за открытый мир. Разделение труда вполне логичное, и если каждый выполнит свою работу на отлично, а потом все это удастся связать во что-то внятное и логичное, то получится бомба. Обрушить Rage 2 на наши головы планируется весной 2019-го. Больше подробностей на E3, но уже сейчас сказали, что лутбоксов не будет. Теперь это само по себе достоинство. Следующее в ряду желающих выделиться до E3 — Call of Duty Black Ops 4. В прошлый четверг Activision и Treyarch провели презентацию в Лос-Анджелесе, которая транслировалась онлайн для всех желающих. Слухи об отсутствии традиционной сюжетки подтвердились, ее заменит расширенный зомби-режим, в котором обещают много контента уже на старте, в том числе ботов. Но главная новость и вполне ожидаемое — появление в мультиплеере своей королевской битвы. Режим называется «Затмение», участников в нем, судя по всему, может быть больше сотни, а карта в 1500 раз больше арены «Ньюктаун». Что бы там ни говорили, а для Call of Duty это шаг в новом направлении. Проверить, куда он заведет серию, мы сможем 12 октября, когда шутер появится на 3 основных платформах. А вот Borderlands 3 на Лос-Анджелесскую выставку не приедет. Сперва об этом прямо сказал глава Gearbox Рэнди Пичфорд, а затем Take-Two объявила о переносе некой горячо ожидаемой игры на финансовый 2020 год. Видимо, речь как раз о третьей борде. Показывать ее еще рано, ведь она находится в активном производстве около года. Тут не угадаешь, то ли на самом деле не стоит ждать ее на E3, то ли это уловка перед неожиданным показом. В прошлом году Beyond Good and Evil 2 тоже якобы не должны были привести, а на деле ее презентация оказалась одним из самых обсуждаемых моментов E3 2017. Кстати, о переносах. Многие уже начали расчищать взлетную полосу для Red Dead Redemption 2.
Например, метро Exodus переехало с ближайшей осени на первый квартал 2019-го, подальше от опасного соседа с Дикого Запада. Biomutant и Darksiders 3, другие игры THQ Nordic, пока не имеют даты релиза. Раньше их предварительно заявляли на 2018-й, но теперь это под вопросом. Примерно в те же края отправилась Shenmue 3. Сперва ее обещали выпустить в конце 2017-го, затем выход ожидаемого триквела перенесли на вторую половину 2018-го, а теперь Ю Судзуки собрался полировать проект до 2019-го. Наверное, тоже боится RDR 2. Клиффи Би в обозримом будущем ничего не анонсирует. Создатель хорошего, но с треском провалившегося сетевого шутера Lawbreakers объявил о закрытии студии Bosskey Productions. Последним шансом на продолжение деятельности должна была стать королевская битва Radical Heights. Но она взлетела примерно так же, как Lawbreakers, то есть не вверх, а вниз. Это стало последней каплей. Близинский распустил команду и сказал, что планирует на время взять перерыв. Ты пытался, Клифф, но две неудачи подряд — это сигнал. Пора отдохнуть и затем вернуться с новыми силами, если, конечно, желание вернуться после такого вообще появится. С «Мафия 3» ситуация прямо противоположная. Игроки и критики остались от нее, мягко говоря, не в восторге, но это не помешало ей продаться хорошим тиражом и обеспечить будущее студии «Hangar 13». На днях руководство даже объявило об открытии нового офиса в Великобритании. Подразделения в Канаде и Чехии трудятся над неанонсированным AAA-проектом. Видимо, британский коллектив к ним присоединится. People Can Fly тоже расширяется. Год назад авторы Painkiller и Bulletstorm похвастались, что работают над новой игрой для Square Enix. Они давно сделали важное уточнение — это будет крупнобюджетный шутер. Чтобы вытянуть такой проект, летуны открыли две дополнительные студии в британском Ньюкасле и польском Жешуве. Причем офис в Ньюкасле тихонько работает еще с прошлого сентября, а польское подразделение появилось недавно. Сейчас суммарный штат трех студий насчитывает около 150 сотрудников. Как думаете, хватит, чтобы взорвать индустрию чем-нибудь уровня Painkiller? Если вы считаете, что современная XCOM от Firaxis не чета былинным XCOM из 90-х, то возвращение правильной тактики придется подождать. Студия Snapshot Games, основанная создателем XCOM Джулианом Голлопом, год назад собрала деньги на наследницу под названием Phoenix Point. Ее должны были выпустить во второй половине 2018-го, но и тут без переноса не обошлось. Теперь выход намечен на июнь 2019-го. Озвученная причина знакома всем, кто следит за судьбой краудфандинговых игр. По словам Голлопа, масштабы так разрослись, что на хорошую реализацию задуманного требуется дополнительное время. Что ж, других наследников у нас все равно нет. Будем ждать. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». Larian активно трудится над Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Блистательная ролевая игра получит тысячи изменений и станет еще лучше уже в августе этого года. На консолях Sony и Microsoft сразу выйдет расширенное издание, а на ПК его можно будет приобрести отдельно. Либо получить бесплатно, если у вас уже есть Original Sin 2. А с прошлой среды владельцы Xbox One могут приобрести предварительную версию Original Sin 2. В ней представлен первый акт, то есть примерно 20 часов геймплея. Также доступна бесплатная демка с ограничением в 3 часа реального времени. Star Citizen еще не вышла, а уже есть ее бывшие разработчики. Вот, например, Дэн Адамс покинул студию Криса Робертса и работает над проектом Solar Warden. Это, цитируем, космический шутер с 6 степенями свободы, сочетающий глобальную сюжетную кампанию с элементами стратегии в реальном времени. Летаем на космическом истребителе, сражаемся, а в перерывах управляем флотом на экране планеты в стиле XCOM. Полная версия Solar Warden должна выйти 20 июня следующего года. Еще не устали от зомби? Undead Labs считает, что не устали, и предлагает завтра отправиться выживать в мир State of Decay 2. Рецензия уже есть на нашем сайте. В целом игра неплохая, но для полноценного релиза откровенно сырая. 3 года назад поляки из Destructive Creations заявили о себе громким, но бессмысленным шутером Hatred, а затем взялись делать нормальную игру.
Ancestors Legacy — это стратегия в реальном времени, в которой средневековые викинги, англосаксы, германцы и славяне строят свое и устраивают набеги на чужое. Будет кампания и мультиплеер, и все это уже в завтрашнем релизе на ПК. Во вторник выйдут еще две игры для ПК, Xbox One и PS4. Забавный скролл-шутер I Hate Running Backwards с крутым Сэмом в главной роли, а также продолжение NBA Playgrounds. Создатели аркадного баскетбола клятвенно заверили, что корявый запуск первой части не повторится, и в этот раз все будет гладко. Пятница обрадует владельцев PlayStation 4 релизом Detroit Become Human. Quantic Dream сделала отменное интерактивное кино про разумных андроидов. Мы уже прошли и в целом остались в восторге. Ищите рецензию на 3D News в четверг. Ну а фанатам темных душ From Software преподнесет переиздание первой Dark Souls. В пятницу славить солнце можно будет на ПК, PS4 и Xbox One, а летом список платформ пополнит Nintendo Switch. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, на нашем канале вы сможете найти интересные ролики и дневники разработчиков, переведенные на русский язык. На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов. На прошлой неделе мы строили базу и выживали в зомби-апокалипсисе по версии State of Decay 2, а затем мы искали причины вернуться в Destiny 2 с дополнением Warmind. До встречи в следующих выпусках Games Blender, друзья!